Лом проглотивший. Мы с Романом не сутулимся. И через 30 секунд мы об этом забыли. Ну, я точно забуду, однозначно. На всякий случай. Ром, мы с тобой за кадром посчитали, что ты в Театре Ленсовета служишь с 2007 года. Сразу же после выпуска из Театральной академии. Путь из актеров в режиссеры. Мы, кстати, можем чуть-чуть пойти, наверное. Так. Как за эти 13 лет ты изменился? Если мое внутреннее какое-то ощущение, ну, сначала было чувство, что я занимаюсь вообще какой-то бессмыслицей. Я когда пришел в театр, я вообще не понимал, что происходит. А потом, когда пришел Юрий Николаевич, все обрело смысл. Юрий Николаевич Бутусов, да, Юрий Николаевич Бутусов, да. И дальше все началось. Началось то, чего, наверное, так хотелось. Было прекрасное время. Наверное, так надо его делить на спектакли. Всегда ты вспоминаешь, а вот мы выпускали этот спектакль, а когда был этот спектакль. Ответственность накапливалась. Вот это, вот доверили это. Вот. Давит ответственность? Нет, наверное, стимулирует. Дает какую-то силу и не позволяет расслабляться. Расслабляться не надо. Надо уметь как бы выдыхать, а потом опять вдыхать. Но вот прямо расслабляться сильно тоже в этом деле нельзя, потому что это какой-то процесс накапливания. Мы в пути добавляем. Как только мы останавливаемся, потом уже не сдвинуться с места. Ну вот как раз один из остановленных карантином проектов – это твой премьерный спектакль «Утиная охота», где ты выступил и как режиссер, и как художник. Понятно, что это Вампилов. Знаем, что 22 марта, да, поправь меня, если я ошибаюсь, вы сыграли такую техническую премьеру, но зритель еще этот спектакль не увидел. Ты как человек, который все это создавал. Это, прости за существительное, мне кажется, это какой-то тотальный облом. Ну, спектакль, мне кажется, он еще не родился, потому что самое важное не произошло – встреча со зрителем. И мы тоже ничего не понимаем. Нам очень сложно понять, что мы сделали, пока зритель не пришел. Конечно, есть план, который хочется проверить, что-то там изменить, но пока я очень осторожно об этом говорю. Никто не знает, что будет. Никто не знает, какой зритель придет. Что будет происходить на первых показах и как теперь будет взаимодействовать артист со зрителем, зритель с артистом, как вообще театр будет функционировать, очень сложно сказать. Мне кажется, есть какие-то вообще непредсказуемые вещи, ну, в плане внутренней работы. Когда ты приходишь в театр, как зритель, садишься в кресло, все по-разному же воспринимают то, что происходит, и теперь все время будет вмешиваться этот аспект. Это страшно для режиссера понимать, что его работа может быть не так воспринята, или этого самого эмоционального подключения не случится? Это, мне кажется, немножко другое какое-то слово. Все время мы будем искать какой-то новый способ, как нам, как артистам, наверное, включиться в работу и как зрителя вовлечь. Это какая-то новая практика, новый опыт. Не только страх, не знаю, просто концентрация внимания. Это серьезная задача, мне кажется. Если говорить про сам текст и про пьесу Вампилова «Утиная охота», ты когда ставил в прошлом театральном сезоне здесь, в Театре Ленсовета, «Мертвые души», и вообще ты об этом говоришь часто во всех интервью, что литературный текст, даже если это классика, это лишь повод, нужно читать между строк. С «Утиной охотой» у тебя такой же подход, он сохраняется? Наверное. Ну, важен очень аспект временной, что это советская пьеса, и очень много, ну, много мотивов, да, таких, и даже поведенческие, да, аспекты. Это влияние среды и того времени, но хотелось как-то увидеть что-то другое, посмотреть. А что, если это про нас, про сегодняшних? А что, если это универсальные какие-то ситуации? Но у тебя спектакль решен, как будто бы это наше время или все-таки советское, те самые 70-е? Это, наверное, как будто бы наше время, но и не совсем. И мы не говорим там о времени впрямую. Если я задам тебе вопрос о смыслах, вот для меня «Утиная охота» как текст Вампилова, наверное, в первую очередь это о каком-то
Ну что ли, в тотальном одиночестве и о времени, которое потеряно впустую. Там не случайно кто-то из героев говорит, что 10 лет учились вместе, а какие разные люди получились. А для тебя? Наверное, да. Но одиночество – очень интересное слово. И за вот эти 3 месяца, когда мы были закрыты по домам все, ты вроде бы проводишь время со своей семьей, а бывает, сидишь ночью на кухне, ты читаешь книгу, и вдруг ну, тебя охватывает какое-то такое животное какое-то чувство. Но это не страх, хотя может быть какой-то страх. И вот это совершенно новое что-то. И я не ощущал вот этого на выпуске. И это какой-то новый для меня материал, который, возможно, отразится как-то сейчас в спектакле. А вот этот внезапно охватывающий в ночи страх, это, ну скажем, опасение того, что то, что было в прежней жизни и то, что так важно, оно не вернется, или это о чем-то другом? Да, возможно и так. Возможно и так. Когда ты понимаешь, что время идет, а время — это какой-то опыт, и ты не получил какого-то опыта, который мог бы получить. И очень в связи там с недугами, например, ты понимаешь, что ты чего-то можешь уже недополучить. И вот это как-то это такой даже не страх, но вот это что-то очень странное. Оно в каком-то смысле даже восхищает. То есть когда ты думаешь там про где конец Вселенной, да, вот где вот этот край, какие-то детские такие мысли, что такое бесконечность, как это понять, какие-то вот такие огромные мысли, а есть ли жизнь после или вот что-то такое, не страх возникает, а что-то, это мы называем, да, страхом, но это какой-то другой страх, другое чувство, и оно вызывает восхищение и восторг, потому что оно такое громадное и абсолютное, и вот в этот период ты как бы к этому прикасаешься. Новый опыт какой-то, какая-то вот маленькая-маленькая окошечко открылось куда-то. Ну, а ты уже для себя как-то отрефлексировал, что в тебе не переменилось? Ну, вот куда это маленькое окошечко открылось? Оно дает силу, силу идти куда-то дальше. Как-то понять, что то, чего ты не получил, это от тебя не зависело никак. Важно, что сейчас, надо сейчас что-то делать. То есть это такой как бы не скорбь по несовершенному, а скорее злость и какая-то очень агрессивная энергия по отношению к будущему. И это дает силу. Вот такой какой-то перерыв, он вот это осознание приносит. У меня, знаешь, складывается такое впечатление, мы не очень много до этого общались, mm-hmm. да, мы пересекались mm-hmm. на съемках, пересекались mm-hmm. где-то еще, и вот ты сегодня, и ты в те наши другие встречи немножко разные. Сегодня ты спокойнее, наверное, чуть менее эмоционален. Mm-hmm. Вот где тебя больше, когда Рома Кочержевский тут с гитарой, тут с контрабасом, тут с барабаном, и такой весь излучающий энергию, или ты сегодня спокойный и очень сконцентрированный? Может быть, даже немножечко с таким, с минорным настроением. Угу. Ну, наверное, с минорным. Я все-таки такой парень, который про грустные темы думает. Ну, всегда так было с детства, меня это завлекало. Конечно, энергия, поиграть там что-то, но все равно, когда ты один остаешься, это вот к этому разговору про мысли, про одиночество, и что это значит, и всякие эти истории. Это оттуда, наверное. Это всегда меня, двигало. Это какая-то энергия. Мысли об этом — это тоже топливо. Если говорить проще, например, люди там, чтобы вдохновиться, слушают там веселую музыку какую-то, да, такую, вот, а я слушаю грустную. Например? Ну, много всего. Например, мне нравится Финк. Это классный такой британский исполнитель. И какую-нибудь тоже супер тяжелую музыку, печальную.
Вот. Техничный такой какой-то зубодробительный металл. Например, там есть там, Tesseract, например, есть. Мне очень нравится такая группа. Тоже британцы. Все такое, чуть-чуть с уклоном на чуть-чуть в минус. Но этот минус тебя, наверное, минус — это некомфортно. Вот в чем причина. Ты как бы себя погружаешь немножко в некомфортное, потому что хочешь себя вытащить оттуда. Потому что никто грустить не любит, вот честно, по-настоящему грустить. Если ты реально заболел, ты хочешь вылечиться. Если тебе реально плохо, ты на самом деле хочешь, чтобы тебе стало хорошо. Спускаться вниз нужно, чтобы потом выпрыгивать наверх. Вот. Это в этом какая-то, хорошая мысль. В этом какая-то причина. Я хочу обратиться к одной из твоих цитат. Ты как-то в одном из интервью сказал, что ты человек, который очень хочет играть музыку, но непонятно, почему занимается театром. И тут, конечно же, вопрос, потому что мы знаем, что ты в юношестве занимался в Аничковом дворце, в театре юношеского творчества, но при этом ты играешь на контрабасе, на гитаре, пианино и аккордеоне. Мне всегда хотелось играть в какой-то банде, вот, и, собственно говоря, вот там и была первая банда в театре юношеского творчества. Это было прекрасное время, мы играли какую-то сумасшедшую музыку, громкую, и какую-то протестную. Да, все как надо. И потом, параллельно с театром, я стал работать на точке музыкальной, подключать ребят, которые приходят репетировать, отстраивать им звук, и сами там же играли. И у меня было много всяких проектов, поэтому я играл на всем подряд. Но больше... ты всему сам учился, музыкальной школы же не было, да? Не-а. И постепенно, когда театр все больше стал проникать в жизнь, не получилось как-то дальше пойти. Были какие-то концерты, мы там ездили в Москву играть. Ну, то есть было все здорово, но театральная академия, театры, все потихонечку затухло. Потом я стал придумывать музыку там, для аудиокниг, писать дома. И что-то для спектаклей мы пытались сочинять. Ну и сейчас, вот в это время, изоляция дома, ну никак было этим не заняться. Потому что как только ты все расставляешь, подключаешь, естественно, ребенку очень интересно. Что там происходит? Дочке 3 года, да? Вот, и не поиграть никак. А когда он ложится спать, уже не до музыки. Уже совсем никак. Да, куда-то на репточку уехать нет возможности. Театр тоже закрыт, и, в общем, поэтому что-то потихонечку, что-то там слушаешь, собираешь, какие-то эскизы наигрываешь, собираешь наработки. Раз у тебя такое сильное тяготение к музыке, в какой-то момент не появляется в голове вот этот вот звоночек: «Рома, ты чем-то не тем занимаешься, не надо в театр, иди музыкой занимайся». Ну, бывает, но это такой судорога. Нужно, чтобы собралась команда, и тогда все получится. Насильно не получится. Не хочется заниматься этим насильно. Хочется найти группу единомышленников. Но вот это должно органично произойти. Единомышленников как раз. У меня было интервью с барышнями из музыкальной группы «Сестра Петра». Ты их как раз режиссер. Это 10 прекрасных драматических артисток из разных городов. Ну, в основном Москва и Петербург. Скажи мне, пожалуйста, вот это же как раз единомышленники. Вот она музыка, да? В основном сейчас это кавер-версии тех или иных известных песен. Да, ну тут такая история, что когда меня позвали, это они меня позвали, говорят: «Ром, давай вот что-нибудь придумаем». Я говорю: «Давайте сделаем еще больше инструментов, попробуем, чтобы, может быть, была банда какая-то играла, звук какой-то сделаем покрупнее». Не то, что я там как-то руководил, но я чуть-чуть там направлял этот процесс. Он весь был построен на взаимодействии, и там девчонки сами предлагали какие-то песни, мы как-то коллегиально это все обсуждали. Ну,
при всем при этом ты не только же их направлял, ты еще на каждом концерте там тоже чего-то играл. Я это тоже помню хорошо. Да, был когда один из прогонов, они говорят: «Ром, иди туда, ты должен там со стороны смотреть». И я ушел наверх в рубку, и это было ужасно, потому что я весь там издергался. Я говорю: «Я со стороны не могу, мне хочется там». Потому что я вижу, что что-то не так происходит, и я нервничаю, и удовольствия никакого не получаю от этого. Лучше в действии. Лучше в действии. Лучше я буду там с вами, рядышком, что-то прыгать, включать и чуть-чуть играть. Да. Давай поговорим про театр Ленсовета. Кстати, отличная ремарка. Я смотрела какое-то твое интервью, и ты рассказывал про зрительницу, которая, выходя со спектакля Юрия Николаевича Бутусова «Макбет кино», вскрикнула, что это не Гамлет. Да, это известная история. Это потрясающая история, учитывая, что все-таки «Макбет», понятно, там другое произведение за основу взято. Мне кажется, смысл в том, что очень большое количество зрителей приходит в театр, уже зная, что они увидят. Вот в этом какая-то есть сложность. Об этом часто я думаю, о том, как нас научили воспринимать театр. То есть нас не учили никак. А это важно понять, что такое театр. Нужно не то, чтобы там воспитывать там зрителя. Какое-то должно быть понимание, как ходить в театр. Что такое театр, что такое пьеса, что такое спектакль, поставленный по пьесе. А как ходить в театр? И что такое театр, раз уж ты эти вопросы затрагиваешь? Лучше идти и с открытым, как-то мы это, не знаю, с открытым сердцем, открытым разумом. Не предвосхищать ничего, не пытаться идти туда с уже как бы увиденным спектаклем в своей голове. Зачем тогда идти? Зритель, приходя в театр, наверное, должен, ну, как бы, мы это тоже так называем, работать вместе с нами. Безусловно. То есть не просто получать там удовольствие. Он получает удовольствие от процесса как бы какого-то интеллектуального, не только эмоционального. Бывает не лишним почитать что-то о материале или о режиссере, или о, ну, хотя это не обязательно, наверное. Просто можно сесть и поехать, как на горках на американских, и погнали. Да. Мне кажется, вот этот подход вообще самый правильный, потому что он самый искренний. Ну, сел, да, поехали, да, погнали. Да, ты же знаешь, что сейчас будет что-то. И ты же не говоришь американским горкам, а мне бы хотелось бы здесь вот чуть-чуть горочку по-другому. Ты уже по ней прокатился и получил какие-то ощущения. У меня не так. У тебя не так. У меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина. Кто такой этот Плюшкин? Мошенник. Всех людей переморил голодом. Люди умирают? Как мухи. В театре Ленсовета есть спектакли по 5 часов. Это спектакли Бутусова. Мы о них говорили. Для меня, например, каждую неделю, когда мне приходится сокращать мое интервью, мы с монтажером называем это умеренным домашним насилием. Но с интервью понятно. Ты берешь как бы ножницы в монтажной программе и куски просто выкидываешь. Когда нужно сократить спектакль, как это работает? Потому что мне кажется, что это уже не умеренное домашнее насилие, а это прям насилие. Ну, смотря для чего это делается. Может быть, и не нужно сокращать спектакль. Может быть, оно должно идти 5 часов. В этом и смысл. Есть и спектакли и по 9 часов, и по 12 часов. И есть спектакли, которые 2 дня играют. А есть 3 эпизода произведения, которые играются. Ну и так далее. Но если есть задача все-таки сократить, как это происходит? Все зависит от причины, почему сокращать. Если это объективно долго и что-то там не получается, можно не выбрасывать никакие сцены. Можно просто попытаться сделать это плотнее, быстрее, за счет там переходов что-то убрать, поджать и тут же посмотреть, и проверить на зрителя это. Невозможно найти универсальный ключ для всех спектаклей. В каком-то спектакле просто, да, может быть, убрать сцену. Где-то нужно. Это не могу дать рецепта такого. Всегда это уникально. Ты должен просто внимательно относиться к тому, что происходит в конкретном спектакле, в конкретный день даже, вот, чтобы что-то почувствовать. Вот как-то эмоционально это нужно делать, не умом.
Театр — это про эмоции тоже. Очень часто тебе задают подобные вопросы, и все же я вот до конца не понимаю. Ведь просто так учеником Бутусова, уже работая актером в театре и будучи занятым чуть ли не во всех спектаклях театра Ленсовета, не стать. Это все-таки Бутусов должен тебя выбрать из этих, не знаю, десятков людей в труппе театра и уже начать передавать опыт, делиться знаниями. Как вот это произошло? Как вот эта ваша сцепка, не знаю, эмоциональная, духовная, интеллектуальная случилась? Он просто сказал: «Рома, вот надо помочь», потому что ситуация была технически сложная. Он выпускал спектакль в другом городе, и этот спектакль должен был выпускать другой режиссер, но планы поменялись, а процесс уже был запущен. Была там непростая история, и мы должны были его выпустить, этот спектакль. Поправь меня, если ошибаюсь, это был 2013 год, когда ты стал ассистентом на его спектакле «Все мы прекрасные люди», да, по Тургеневу «Месяц в деревне», да, верно? Да, да, так было. Он попросил Машу Романову и меня просто быть с ребятами. Он говорит: «Рома, будь там, помогай». Ну, то есть мы делали все то же самое, что мы делали до этого. Разве я вправе надеяться? Признаться, мое положение довольно смешно, почти презрительно, Петровна. Но, видимо, все равно он что-то успел разглядеть. Наверное. Это сложный вопрос. Он мне много говорил, что это другая профессия. Ты понимаешь, что это другая профессия? Я понимаю, это очень сложно. Я не могу сказать, что мы сидели там, мы разбирали какие-то вещи. Мы все в работе, как-то в работе и в работе познавали это. Как заразить своей историей и как дать этот импульс труппе театра, когда... Ну вот часто уже сам за себя. Юрий Николаевич сейчас работает в другом театре. Это тоже... Все понятно и очевидно, но вот когда на первых порах тебе нужно за собой повести, понятно, что ты не будешь как Данка вырывать сердце из груди и вести. Вот это как происходило? Ну, мне кажется, это заслуга всей команды, что мы понимаем, что мы какая-то группа единомышленников, и нам важно, что мы вместе, и вот мы куда-то идем. Конечно, важно какие-то лидерские качества проявлять, но это тоже опыт. Это а вообще важно. Мысли поставить где-то в другом театре, в другом городе, я уверена, что они у тебя есть, и, может быть, даже это касается какого-то заграничного театра. Насколько сейчас это возможно? Ну, в данный момент я вообще не понимаю. Ну, давай мы будем брать какой-то период времени уже посткарантинный. Ну, я скажу, время до карантина усложнялось с занятостью в театре. Как артиста. То есть я должен был играть спектакли, и я не мог уехать на 2,5 месяца. Просто. А сколько у тебя сейчас в репертуаре спектаклей, в которых ты занят? Там же, как, правда, огромное количество. Сейчас надо посчитать. Ну, было очень большое количество. В одно время... Я помню, там было порядка 20. Наверное, так, да. Причем, ты знаешь, у тебя какое-то особенное отношение к театру, не эгоистичное. Если смотреть роли в театре, там не все главные, да? Там есть и массовка, и что? Ну, это же не... Как это сказать? Я же не выбираю сам, что я хочу играть. Так вот, значит, я нужен в такой роли режиссеру. Ну, просто, знаешь, кто в театре? Я. Кто на сцену? Я. Примерно так. Наверное, да. Это просто очень... сильная любовь к этому процессу вообще. Мне очень нравится этим заниматься. Наличие ответственности дополнительной, да, там, семья, ребенок, это, конечно, важный очень фактор, когда ты начинаешь чуть избирательнее быть в своих вот этих вот альтруистических подвигах. Но, тем не менее, это важно. И вот мы упоминали про театр юношеского творчества. Это то именно место, в котором это все и зародилось. Просто какая-то безусловная любовь к театру. Если бы отец мой умер,
ты бы плакала. А раз ты не плачешь, то добрый знак. И значит, скоро у меня будет новый папа. Бедняжка, чего ты только не болтаешь? Твое режиссерское мнение, что спектакль больше 5 лет, он как бы уже не живет. Это такое не мое мнение, это много на этот счет говорил Юрий Николаевич тоже относительно своих спектаклей, которые вот идут. Например, в «Сатириконе» Райкин сам говорил про Ричарда, что я уже не могу, если я не ошибаюсь, по-моему, ну, что, смысл был такой, что я не могу больше играть этот спектакль, потому что я не могу обеспечить то качество, тот уровень, который был на премьере. В плане технически он говорит, у меня начинает вылетать текст, не хватает энергии на что-то. Все равно спектакль меняется и живет, и люди взрослеют, тоже изменяются, и спектакль сам меняется, но иногда изменения идут не в пользу спектакля. Да, может быть, у меня из-за этого накапливается содержание, какие-то смыслы возникают новые, и более какая-то глубина там возникает серьезная. Но мне кажется, что 5, может быть, 7 лет – это, наверное, предел. Остановись хотя бы для того, чтобы убить меня, Владимир. Прочь, не смей преследовать меня. Ты в темноте меня оставишь, нет? Я хочу идти один! Отдай мой след! А как спектакли продолжают существовать и жить в ситуации, когда главного режиссера уже нет с вами рядом? Эти функции ты на себя забрал. То есть все равно же спектакль как-то видоизменяется? Не во всех спектаклях я забрал на себя такие функции. Юрий Николаевич распределял как бы... Как-то у нас такой был... Да, грубо говоря, ответственный за спектакль. Там был я и еще несколько ребят в других историях. Это условное распределение. Мы все равно как-то командно стараемся держать это все на плаву. Хотя это не всегда получается. Лукавить я тут не буду. Это сложно. Без человека, который всем должен рулить, это сложно. Ты говоришь, он в латах был? Весь в латах с ног до головы. Так значит, вы лица не разглядели? Он в шлеме был, и сегодня там забрал его. И мрачен? Да, мрачен, как туча перед бурей. И бледен? Ужасно бледен. И смотрел в глаза? О да, еще как. Хотел бы я там быть. Я хочу тебе задать вопрос. Я знаю, что вот та самая команда Бутусова, эта часть труппы театра Ленсовета, очень болезненно вообще на эту тему реагирует. И я понимаю, почему. Потому что это были долгие годы такого любовного, очень плодотворного. Не люблю слово сотрудничество, совместной жизни в театре с каким-то невероятным выхлопом творческим. И эти спектакли до сих пор мы, слава богу, еще видим на сцене театра. Как сейчас? Я задаю этот вопрос, имея в виду следующее. Мы все знаем этот конфликт, который произошел у Юрия Бутусова, и почему он ушел. Они не смогли договориться с людьми, которые руководят культурой. Но вот остался коллектив, который безумно любил своего режиссера. И, наверное, режиссер... Я никогда в жизни не общалась с Юрием Николаевичем лично, но наверняка каждый режиссер, уходя из театра, ждет, что если не вся команда, то хотя бы часть уйдет вслед за ним. А этого не произошло. И вот в этой ситуации, когда, ну, знаешь, все пошло не по плану, все как будто бы сломалось, как теперь? Ну, так и есть, все пошло не по плану и сломалось, это, ну, как-то так, да. Сложно сказать. Ну, это непростая тема. Я не могу говорить за каждого из нас. У каждого есть своя ответственность за происходящее. У каждого есть своя точка зрения на это и свои какие-то обстоятельства. И, наверное, не каждый смог бы уйти из театра, возможно. В силу каких-то у всех разные... Безусловно, у всех же разные... семьи, дети.
у всех по-разному все. Все по-разному. Это слишком, наверное, личная история. Поэтому, наверное, все вот так вот и как-то уходят от ответа. Именно так и происходит. Да. И я не зря... В общем, в моих мыслях это выглядит так, как будто бы человека вот так вот, ну, трагически не стало. Слава богу, все живы, здоровы. И дальше все не понимают, как об этом говорить, потому что что-то очень неожиданно произошло. Мне такое сравнение не кажется точным. Вот по моему ощущению, это очень похоже на историю недосказанности в семье. Ну, когда ты по каким-то, я не знаю почему ты не можешь чего-то сказать и не можешь чего-то сделать. Вот для меня это что-то такое. Я не буду говорить своих точек зрения по этому поводу, но это настолько какая-то личная история для меня. Это слишком сложно, чтобы это вот так объяснить. Как ты видишь дальнейшую жизнь театра? Сейчас в театре новый художественный руководитель Лариса Регинальдовна Лупян. Мы прекрасно понимаем, что она актриса, что она не театральный режиссер. И в ее силах просто приглашать в театр хороших, достойных режиссеров. Например, я читала, что речь шла о том, что Константин Богомолов что-то поставит, Александр Молочников. Я об этих планах знаю столько же, сколько и все остальные. И в связи с поправками на вот этот перерыв, все планы у всех сдвинулись, у кого-то есть какие-то еще долги и обязательства в других театрах, поэтому как это будет складываться, что будет происходить на самом деле, пока еще никто ничего не знает. И это, ну, вопрос, наверное, не ко мне. Что касается нашей команды, которая создает эти спектакли и играет уже сделанные, ну, мы продолжаем их играть. Пока никакой речи о том, что что-то с ними будет происходить, нет. Ты сказал, что этот синий зал в театре Ленсовета у тебя любимый. Почему именно он? Не знаю, нет какого-то определенного признака. Просто здесь как-то особенно хорошо. Вот сюда подумать классно приходить. Вот выйти из репзала и сюда уйти, что-то тут чуть-чуть побыть одному, когда тут никого нет. А еще здесь классные афиши. Вот в Петербурге недавно проходила выставка ленинградского плаката. Вот. Я не был на самой выставке, но было издание огромное, там, где есть репродукции всех афиш. И вот акимовские афиши, ну, на мой вкус, одни из самых крутых афиш были. Очень трепетно отношусь к афише, потому что это в каком-то смысле лицо спектакля, а в каком-то смысле это совершенно независимое произведение, отдельное, оно как бы параллельно развивается с репетиционным процессом. И вот есть художник Даня Вяткин, прекрасный, замечательный дизайнер-иллюстратор. Вот, он сделал афишу для «Мертвых душ» и для «Утиной охоты». Я вот как раз хотела сказать, афиша «Теней» очень сильно почему-то мне напоминает афишу «Мертвых душ», где тоже вот этот вот силуэт, и мы не видим лица до конца. Ну это какой-то может быть, я не знаю, это определенные там стили и так далее, говорить об этом. Ну, и вряд ли это было сделано намеренно, конечно, нет. Нет, конечно, нет. Просто мне, например, импонируют афиши, которые были придуманы для спектаклей Акимова. Вот. А что касается наших плакатов, это всегда какая-то очень интересная была история. Мы сделали вот два плаката, и с Даней это какая-то классная работа, параллельная. Репетируется спектакль, а с ним репетируется плакат. Мы встречаемся очень много. То есть вы отдельно, специально и много встречаетесь, да? Да, особая какая-то штука такая. Это графика, это тоже визуальное искусство, это образ, запечатленный какой-то момент. И для меня шрифт очень важно тоже. То есть для меня это все как-то интересно и важно не технически это придумать, а тоже пройти творческий какой-то путь сложный. Вот там по 6 раз, по 7 мы можем встретиться, по несколько часов ходить, бродить, что-то о чем-то говорить, о каких-то ассоциациях, о репетиционном процессе. И потом только рождается вот образ афиш. Ром, и мы в финале всегда так заканчиваем интервью. Я попрошу тебя на стаканчике оставить пожелание, которое будет актуально для всех. Ты справишься с этой задачей? Сейчас я ее распишу. Да, напишешь. Да. Вот прям для всех.
Вот. Что там? А еще автограф. Ага. Я написал, как же без него-то? Написал, ходите в театр. Вот и все. Ходите в театр, очень хорошо. Очень многие молодые люди ни разу не были в театре. Это молодые люди какого возраста? Это, ну, до 30, например. У меня нет ни одного такого знакомого. У меня много таких знакомых, внезапных, вот с кем мы общаемся, в культурных пространствах. Ничего себе. Например, какие-то художники. Это жители Петербурга. Мы не говорим жители про жителей Петербурга и ребята, приехавшие, ну, допустим, которые учатся или только закончили. Угу. Это очень интересно. Когда говоришь им, ну, ребята, вы что, приходите в театр, я вам сделаю контрамарку. А они? А они говорят, а где это? Это какой? А мы туда, И кто-то иногда приезжает в другое место с похожим названием. Совсем. Ой, да, я понимаю, в Петроградский район, видимо, Петроградский приезжают. Район приезжает, и им уже до начала они не всегда успевают приехать. Доехать до нужного театра. Да, вот такое происходит часто. И иногда, когда ребята попадают на наши спектакли, после этого они понимают, вот такой интересный бывает театр. А кто-то говорит, что почему театр такой странный все, какой-то пыльный, старый, затхлый. В общем, все такое какое-то, какая-то разруха, нет никакого стиля. Вот. Но тут важно, кто должен отвезти в театр. Вот меня отвели родители, тебя кто? Наверняка тоже же родители, тем паче, что папа художник. Ну, родители и в школе мы ходили, и учителя как-то очень интересно нам потом это все объясняли. Мы об этом беседовали, писали там сочинения на тему, как мы там ходили туда-то, и потом мы дискутировали. Это были какие-то не отписки. Ну, важно, чтобы первым, наверное, тебя в театр отвел родитель или какой-то близкий человек, а уже потом отдать это, возможно, отчасти на откуп школе. Потому что иначе можно испортить впечатление от театра. Да, и, наверное, ходить лучше чуть в более сознательном возрасте, когда ты уже понимаешь. И что ты можешь осмыслить. Да, что там такое, да. Ну, важно ходить, как ты правильно. Ходите в театр, да.